Это снова Kidzone, и с вами я, Аминка Витаминка, и мы стартуем! Какая музыка вам нравится? Вот я кайфую от хип-хопа, люблю танцевать под кочевый бит или посмотреть яркий клип. Кстати, именно такой хит есть у певицы Амалии. Смотрим! Оксимирон, Скриптонит, Баста, до этих звезд рэп-культуры знает каждый. Может, когда-нибудь рэпер Иса будет таким же крутым. Судя по его треку «Я не обладает», его ждет большое будущее. Йоу, самый молодой рэпер Средней Азии на связи, гэнг-гэнг! И я давно хотел сказать то, что мне часто пишут: ты зазнался, Иса, удаляя из списков номера своих близких. Шуток не придумал, придумал прописки, забыл, как группа Олимпийский. Тебе 13 лет, убрать тебя изи, вот мой ответ. Принимаю вызов за твой контент, за твой типа рыбы, дюбатлиться, жалкий огрызок. Моу, ребят, успокойтесь, не буду батлить, не буду спорить. Идите нафиг, вы хайп пожиры ради просмотра, где рёте горло, эй. Это Исон Бразер, если хотите, то хасл. Пойдем со мной, эй. Не надо стесняться, эй! Свет, камера, мотор, что за кипиш, шестербор? Ты пати, детки, не смотри, что я малолетка. Я умнее, чем твой бэфренд, эй! Это мэдди бэк, эй! Снова делал всех. Я не обладает, но мной обладает лишь смех. Я не обладает, но мной обладает. Я не обладает, но мной обладает лишь смех. Я не обладает, но мной обладает. Я не обладает, но мной обладает лишь смех. Кто, если не ты, напишешь комменты, что я не был лох, что все это понты. Ребята, это ложь, не буду флексить вам. Лап-лап-лап-лап. Можете просто умножить на три. Блин, я не могу придумать никакой флип, поэтому... Эшкере! Ермиля Врора Гэнгшит! А, вспомнил! Бляу! Я
не обладает, но мной обладает. Я не обладаю, но мной обладает лишь смех. Я не обладаю, но мной обладает. Я не обладаю, но мной обладает лишь смех. Я не обладаю, но мной обладает. Я не обладаю, но мной обладает лишь смех. Я не обладаю, но мной обладает. Я не обладаю, но мной обладает лишь смех. Вчера моя бабушка спросила у меня: «Амина, что такое хайп? Вот как объяснить?» Хайп – это хайп. Кстати, похайпую и я. Смотрите мой крутой клип «Поколение Z». G-G-G-Generation Z. G-G-G-Generation Z. Всем привет, ставь мне лайк. Не дизлайк. Я родилась уже сотка в руке. Вышка мое поколение. Не умела ходить, включал ютуб. В 6 лет сама себе выбрала зуб. Не умела ходить, делала свайп. В 3 года знала, что такое хайп. Всегда в тренде, лайки люблю. Нет Ивангая, я не смотрю. Нашла в интернете отличный суп. Смотрю обзоры помады для губ. Вот мой дрон, рука. Ватсап, смайлы, разрезал лайк. Мне всего 7, нужен стресс. Вижу, что мне набрать вес. Let's get, лопать века кейк. Аминка Дэвид делает рэп. Я представляю поколение Z. Да-да, представляю поколение Z. Ты поколение Z. Ты поколение Z. Ты поколение Z. Ты поколение Z. G-G-G-Generation Z. G-G-G-Generation Z. G-G-G-Generation Z. G-G-G-Generation Z. Дети растут совершенно другими. Они в паутине вдруг стали иными. Другие игры, другие приколы. Уже никто не дерется со школой. Дети сети, они все в интернете. Поколение Z, наше наследие. Нам говорят, ничего мы не знаем. Но мы так легко ко всему привыкаем. Как нам говорили, что мы далеки. У нашей эпохи другие круги. Резинки, классики, казаки, арбалеты. Пиковая дама, все кануло в лето. Стрелялки, батуты, приколы на лето. Никто уж не вызовет чертика где-то. Они в эволюции новой волны. Но также по-прежнему валят штаны. Мелким играл Асаки Дунала. Стрелял из ветки, словно из пушки. Я бы сошел с ума, если б увидел вот эти игрушки. На них посмотрите, всегда в телефоне. Всегда в телефоне, всегда в телефоне. Но мы-то не хуже, всегда в телефоне. Всегда в телефоне, о чем-то трезвоним. Мы будем им говорить, что они ничего не знают. Они также скажут детям своим. Но Z-поколение эру меняет. Эру меняет, эру меняет. Z-поколение эру меняет. Эру меняет, эру меняет. Z-поколение эру меняет. G-G-G-Generation Z. G-G-G-Generation Z. G-G-G-Generation Z. G-G-G-Generation Z. У меня ноги так сломаются, если... Нет. Отъезд! Да, Нет! Ну, адресом подумали, давай деньги брать за... Лена, давай! Вот как, короче, взрослые в клубах танцуют, спалили, да? Давай вместе, вместе, вместе! Раз, два, три! Кутер был вообще. Я не помню, ноги-то помнят? Давай, раз, два, три! Раз, два... Мои минутки в эфире Музон пролетели очень быстро. Эх, пора освобождать студию. Так что я целую и обнимаю вас, мои дорогие зрители. Пока-пока.